Самое что интересное, здесь светофор с контурной стрелкой. А что она секция, не работает? Секция, дополнительная. Ну, вот есть, да. Почему она не работает? Потому что красный горит. И поворачивать нельзя. И сейчас поворачивать нельзя. Тут только кто едет прямо. Дополнительную стрелку-то видно? Видно. Стоять на стоп-линии надо. И только когда загорится у нас стрелка разрешающая. Вот разногласия идут, даже там мне показывали инструктора правила, что можно выехать, но поворачивать нельзя. Фигня это все. Вот стоять надо на стоп-линии, а только сейчас вот ехать. Видишь, как автобус это сделал, и мы. Мы в левый ряд сразу поворачиваем. Такие раз и едем. На спидометр свой посмотри. Знак не увидела, на асфальте есть. Вот. В правый ряд перестройся. Тебя это обязательно попросят сделать. А ты для начала поворотник включи хотя бы. Не превышай скоростной режим. Отпусти газ. Отпусти. Ну, не руль. Ты куда-то на встречку пошла. Да? А что, все что соблюдают скоростной режим, что ли? Ну, наверное, кто что, камеры стоят. Знак дальше какой проехал? 40. Ох, да простят меня автомобилисты, в левый ряд перестраивайся. Знак какой был? Отмена всех. Ну поехали, поехали, поехали. Молодец. Выбираем место для стоянки. Не знаешь, да включи ты поворотник, да остановись ты уже. Там вот нельзя было, мне кажется, где ты показал. Ну здесь было? Тоже не стоит ставить машину на стоянку. А ты где остановился? Знаки были, ну я на какой-то фигне на обочине. Это фигня какая-то, называется весовой контроль. Угу. Мобильный. Угу. Выезжай отсюда. Право бери, право бери. Право бери. Бери полностью право, крути руль. Поехали. Теперь влево. А, тут вот это вот что-то. Да, 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 да. Влево поворотник. Да. Пошли, если можно. А что ты испугалась, после можно? Что такое весовой контроль? Место весовой контроль, что нам делать? Ну, весовой контроль, это большие грузы идут, когда запрещено там, допустим, ты же правила учила, ну, там, да, вот там эти, на, вот одну, на одну, да, ось сколько, да, вот они вот замеряют. А кто замеряет вообще? Инспектор и гражданский персонал. Подъезжает газелька с весами, ставится вот в эту дырку весы. Колесом наехал, посмотрели. Если что, дуплися Вася. У нас же, понимаешь, в России как сделано, ты же сама знаешь, для того, чтобы предотвратить и улучшить качество жизни населения, а обобрать его со всех сторон. Выбираем место для стоянки. Здесь можно? Знак какой мы проезжали. А что ты назад смотришь? А какой мы знак проезжали? Здесь можно поставить машину? Не было знака, запрещена. Я стоянка не... запрещена. Не было такого знака. Точно не было? Не было. Что было? А что, не было? Не было. Ну, поехали, да, хорошо, не было. Тихо, тихо, тихо.
На меня уже крути. Или был? Знака не было. Или ты не видела? Не было. Или не видела? Не было. Да был. Да не было, я тебе серьезно говорю. Молодец. Откуда он действует? Ну, до знака главная дорога. Ну, это по правилу. Практически до этого пешеходного перехода. Нет, он действует 200 метров. А, там табличка была, да, 200 метров. По сути, по правилам, он уже здесь должен заканчиваться. Вот здесь должен заканчиваться. Но это так же, как у нас не посмотрел на рельсах, не сдал экзамен. Ну, вот ты разогналась, сейчас не сдал. Вот в эту яму влетели. Здесь остановились. Сейчас тоже 200 метров. Сейчас ты успела замерять там или нет? Молодец. Левый ряд перестройся. Правый ряд перестройся. Что должны сделать? Посмотреть. Посмотреть? Притормозить и посмотреть. Ну, мы посмотрели. И притормозили. Мы тормозили заранее. А посмотреть-то что мы должны? Или убедиться? Убедиться. В прямом направлении двигаемся. Здесь очень часто тоже путают полосу. С правой полосы прямо едут. Секции. И до куда мы доедем? Вот посмотри, мне скажешь, что ты нарушила или не нарушила. Окей? Окей, мне кажется, я нарушила. А что тебе кажется, нарушила? Ты зачем вот прям во что бы ты ни стала, решила перестроиться в левый ряд? Потому что он ехал непонятно. Но как. Он ехал непонятно как. Ну, с непонятной скоростью. Понятно. В крайней левой полосе. Понятно. У него 60 должна быть скорость, не меньше. У него? Вообще разрешенная максимальная не скорость. Не меньше? Ой, не больше. Поехали, вот. А у него была меньше. Или больше? У него была меньше. Ну. Ты, получается, до 60 разогналась и перестроилась, да? Да. Ну, может быть, чуть-чуть 61. 61, чуть-чуть. 8.30, запомни. 8.30. Ну, это конкретный момент где-то, 8.30. Может, с 8 минуты. Что ты впереди видишь? Куда ты летишь? Казалось бы, мы все можем и разворачиваться, и останавливаться. А вот что-нибудь сделать, что ты встала тупо здесь? Да может, я его сейчас там пропустят. Пошли с газом. Не пытайся предугадать, что там будет. Ты смотри ситуацию на дороге. Казалось, там 1000 машин едет, а тут бах и никого, и мы спокойно смогли это сделать. Правильно? Thank you.
это регулируемый перекресток? Пешеходный переход. Регулируемый или нет? Регулируемый пешеходный переход. Тогда в левый ряд перестраиваться. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отпусти тормоза. Во что бы то ни стало, не надо лезть. Ты чё? Я ж тоже сейчас тормоз нажал. Напугался. Ты же с такой скоростью куда доезжаешь? Правый ряд уйди. Вот, вот так принимают экзамен. Лево, право, лево, право. Понимаешь, да, сколько мы можем тут наступить? Хотя казалось, но нет возможности, не лезь туда, пожалуйста. Перестройся, когда есть возможность. Вот здесь у меня вот парень не посмотрел, тоже не сдал экзамен. ЖД-переезд. Хотя уже оборудованный, да, как бы, ну, я считаю, что все-таки. Здесь не нужно убеждаться, что здесь вагон не катит. Правило, нету такого, чтобы я прям должен остановиться, там головой махать. Но все равно надо остановиться, притормозить и посмотреть лево-право по ходу движения поезда. Можешь слева направо или справа налево. Смотри, такая ситуация. Здесь команда развернуться. Еще разрешено здесь развернуться. Это вот движение по полосам. Видишь, да? Сверху. И здесь вот заезд на депо развернуться можно. Развернуться можно. Это последнее место, где можно развернуться вплоть до развязки, как уезжать на Ленина. К Сингапуру вот это, ну, развязка. Вот это вот на восточное. Да, там только по развязке. Здесь больше без применения прилегающей там территории справа мы не развернемся. По возможности в левый ряд уходи. Сейчас поедем и я посмотрю товарный вам знак, покажу. Смотри, ЖД-переезд. Крутим, отпустите тормоза, резко не надо тормозить. Смотрим назад, налево, вправо, прямо так надо, так поставить. Ну, по сути, здесь-то разминаться. Если знак движения прямо не было, не было. Дальше едем. Здесь мы уже не разворачиваемся, негде. Видишь, уже перевистых нет. Здесь частенько говорят, надо развернуться. Мы едем долго-долго, начинаем нервничать. Все-таки заваливаем экзамен, потому что сейчас скажу. Здесь, если бы рельс не было, можно было бы развернуться. Здесь выезд есть, есть. И можно бы раз и развернуться, да? Прерывистая же была. Технологический проем. И здесь у нас движение прямо. Развернуться мы не можем. Не можем. Хотя не было бы знака, была бы возможность вот так встать и развернуться прямо с полосы. Здесь такая же беда. Движение прямо. Видно. И самая главная фишка в том, на чем можно очень-очень затупить. Мы двигаемся с тобой, все ищем. И мы что видим? Движение по полосам. Да? Поворот налево есть? Да. И мы благополучно уходим налево. И что мы слева видим? Сплошные линии разметки. Это называется обид нас всех. Нет, смотри, ПДД преимущество имеют знаки перед разметкой. Дальше. Есть, получается, мы должны руководствоваться знаками. Дальше. Заехала ты туда, на сплошные, двойную сплошную, без туда дальше. Поворот налево. Есть. Где у него полоса для поворота налево? Нет? Нет. Ты же должна же дополнительная полоса быть. Где она? Если такой знак стоит.
своей правдой. Мы никому не нужны, если на то пошло. Здесь тоже нигде нельзя развернуться. Правый ряд уходи. Тут тоже косяк можно, когда скажут в правый ряд уходи. Уходишь в правый ряд, и здесь беда такая. Оба! И все. Выехать нельзя, заехать, проехать. Разворачивалась. У меня? Да, с использованием прилегающей территории. Не разворачивалась, она заехала туда, просто развернулась и выезжала обратно, потому что... Потому что мы попали вот на эту штуку. Вот в эту, да. Дорогу слева знак, видишь, прямо едем по своей полосе. Вот у меня тоже здесь был сбор. Мне отвечали, что я дурачок, но вот кто выезжает, у них своя полоса. И я должен сейчас, мы с тобой, если перестраиваемся, пропустить их, правильно? А они все кричат, что там уступи дорогу. Я уступлю тебе, если я буду перестраиваться. Да. Здесь также с Горького, где гаишники вот едут, красная машина едет. У них уступи дорогу, смотри внимательно. Даже в правый ряд, давай сейчас уйдем. Вот, у них уступи дорогу. Будочка вроде. Они едут по своей полосе, у них своя полоса. Если ты хочешь перестроиться, ты должна их пропустить. Конечно, они будут перестраиваться, если в нас, они будут тоже перестраиваться. Ну, как бы нас пропускают. Но по сути, вот этот знак главная дорога, и знак уступи дорогу, много бед наделает с людьми. Знак какой проехал? Что ты вперед смотришь? Мы его проехали. Выбираем место для остановки. Что тебе карман не понравился? Знаю, что была остановка запрещена. Поехали дальше. Смотри, прикол еще, да? Знак 40. Его не видно почти. 40. И вот перекресток слева. Прикольно, да? Ну что делать на экзамене? Все равно ехать 40. Почему? Ну как бы да. Ну, не докажешь, мне кажется, что. А что, то, что там перекресток, там он знак уступи дорогу. Главная дорога куда-то это. Смотри, как меня пчела укусила, что опухшая. Или это осы, это не пчелы, это осы, да? Левый ряд уходи. Я вижу. Здесь всегда желательно сразу уйти в левый ряд и никого не это, никому не мешать, и нам никто мешать не будет, наверное. Выбираем место для остановки. Машину-то не видно. Был знак, да? Был знак, остановка запрещена. Был знак, да? Да. Надо. Был знак. Да. Дальше. Ну, ты говорил, что тебе поехали. Здесь не надо здесь все останавливаться. Вообще останавливаться не надо? Нет, здесь не надо. Вот мы с тобой уже поговорили, что даже на эту ты заезжаешь на линию разметки, парковочные места, все равно вам скажут, что вы не сдали. Хотя этот знак уже не действует, не распространяется на места парковки. Это обозначенная парковка. Она либо разметкой, правильно, либо знаком. Поехали дальше. Молодец. Ты не
не дозуют, и так мне говорят, перестройся. Выбираем место для остановки. Хорошо, так светофор загорелся. Ты что? Рассмотреть можно. Увидела? А еще что мы проехали? Перед остановкой там тоже стоит знак «Остановка запрещена». Да. Просто его не видно. Надо взять секиру и ветки порубить. Соответственно, здесь можно остановиться. Ну, мы этого делать уже не будем. Почему? Что ты не остановился? Так ты же сказал, не надо. А чуть-чуть, я не успел договорить, ты уже поехала. Хорошо, когда 3 часа вождения, по 3 часа, потому что за 1,5 часа как бы, ну... Ничего не понимаешь? Понимаешь, но... Ну, ты знаешь, ты из-за как... 2,5 часа, что ты ездишь, сейчас какой знак стоял на остановке? 40. На остановке. А, на остановке. Здесь молодец, ты увидел. Остановка запрещена там. А я же тебе спросил, почему ничего тебе не мешало остановиться. Ну, я не знаю, у меня может быть какая-то интуитивная чуйка. Чуйка. Я же видео смотрю, у меня как-то откладывается. Вот это тоже посмотришь от Суворова, особенно 8-ю минуту посмотри. Здесь мы пропускаем тех, кто идет вот вдоль сплошной. Да. Мы вдоль сплошной, и они вдоль сплошной. Вот эта синенькая машинка, мы ее пропускаем, пошла. Сейчас беленькая. Вот эту, как говорится, рогатку пропускаем. Кто рядом с ней, вот. Угу. Они куда-то там смотрим, засматриваемся. Вот так мы вышли уже на улицу Карла Маркса. Хватит. Так много уже.